Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам тюнер фирмы Kenwood, модель КТ-5500 из линейки 1978 года. Цена за новый аппарат $175. Это довольно внушительная сумма для тех лет. Давайте разберемся, что можно было получить за эти деньги. Итак, модель КТ-5500 – это двухдиапазонный тюнер с FM и AM диапазонами. Для обеспечения устойчивого приема используется трехсекционный подстроечный конденсатор и два керамических фильтра. Настройка на определенную частоту производится механически при помощи вот этой массивной ручки настройки. Возможность запоминания радиостанции отсутствует. Как видим, функционально это не самый внушительный аппарат, и в нем всего лишь 4 органа управления. Тем не менее, это один из лучших тюнеров тех лет в своей ценовой категории. Давайте поговорим о внешнем виде. С первого взгляда заметно, что это красавчик с классическим безупречным дизайном и шикарной отделкой. Обратите внимание на прекрасный деревянный корпус. Это натуральный орех с очень красивым волокном, с очень красивым рисунком. Дальше. Рычажок включения питания выполнен в классическом фирменном кенвудском стиле тех лет. Дальше. Шлифованная серебристая металлическая передняя панель, классическая шкала радиоприемника, я уже упоминал, массивная, довольно тяжелая алюминиевая ручка настройки, стрелочные индикаторы, индикатор сигнала и индикатор настройки в FM диапазоне. У них приятный мягкий желтый свет. И наконец красный светодиод индикации приема стереопрограммы. Все перечисленные детали сразу настраивают на несколько ностальгический лад, а прекрасный деревянный корпус из натурального ореха лишь усиливает это впечатление. Да, ширина тюнера в деревянном корпусе составляет всего лишь 16 дюймов или 40,5 сантиметров, что немного уже, чем стандартные Hi-Fi компоненты. Поэтому прекрасной парой этому тюнеру будет усилитель Kenwood KA-5700 с такой же шириной и таким же прекрасным узнаваемым деревянным корпусом из этой же серии. Об этом усилителе я расскажу позже в другом выпуске. Итак, мы достаточно полюбовались красавцем тюнером спереди, осмотрели его фронтальную панель. Теперь давайте взглянем, что у него находится, что у него располагается на задней панели. На задней панели тюнера не так много деталей, не так много интересного. Все, что тут есть, это несколько клемм для подключения внешней антенны, чтобы был более устойчивый прием. Также еще одна клемма для заземления. Разъемы для подключения к усилителю. Отсек с внутренней антенной и провод питания. Ну а теперь самое время приступить к функциональному тесту и немножечко послушать радиоэфир. Приступим. Как видим, тюнер уже настроен на стереоприем, поэтому просто сделаем погромче. Ocean beautifully. So click.
На этом наш обзор закончен. Спасибо за внимание. До новых встреч!